О, Эврика. А, какой-то капец. Смотрите, мои любимые, времени сколько. 6:00. Вы видите, 6:20. Я ровно с 3:00 загружаю видео на Дзен. Видео, которое 20 минут, я засекла, загружала ровно 1,5 часа. Капец, я чуть не уснула. Естественно, я параллельно что-то делаю, потом приду, опять смотрю. И самое фиговое на Дзене, что там невозможно из этого пространства куда-то выходить. Если ты загружаешь, то нужно быть на Дзене и ждать, пока оно загрузится. 1,5 часа, или 2, или 3, или 5. И тут было обалденное солнышко, так было красиво, хотелось вам показать. Но у меня не получилось, потому что солнышко уже ушло отсюда. И стало все почти без солнышка. О, опять выходит. Ты моя зайчика, выходит, чтобы вам показать тоже эту красоту. А мы тут с Бусечкой загружаем. И я бегала, то пюре делала, потом оставила, пюре варилась, картошечка. А я побежала, притащила воды артезианской, налила себе в стаканчик, чтобы пить. Потом сбегала, кинула на телефон себе, ну, на карту, чтобы сейчас на телефон отправлю 1000 на мегафон. Короче, МТС я выкинула, потому что это полная фигня. У меня постоянно непонятно, с чего снимают деньги. А на мегафоне у меня безлимит. И очень-очень-очень классно. Я могу загружать. Там, короче, в МТС дается сколько-то гигов. 50 гигов, по-моему, в месяц на 30 дней. А мне, чтобы загружать видосы каждый день, мне нужно как минимум 500 гигов, а не 50. Мне 50 вообще никуда, ни в какую эту, не впериваются. Вот, а в мегафоне удобно, что там безлимит. Там загружай хоть 1 000 000 видео в день, сколько хочешь, и плата одинаковая. Вот они берут в месяц 1050 рублей, и там все включено. И безлимитные звонки, безлимитные смс, безлимитный интернет, все, сколько хочешь, столько и грузи. Правда, я вот как заметила, немножечко медленнее загружается все, но все загружается, это главное. Конечно, время, деньги, но если нет интернета, то вообще нет ничего. Так красиво тут было солнышко, хотелось с вами поделиться. Ладно, пойду есть пюре, а то оно уже остыло. Тортик мы приговорили с подругой, обалденный, свеженький, нежненький, вкусный, вообще просто супер. А что там он такой малюсенький, мы пару раз подошли к нему и все. И тортик готов, да. А Бусюся съела весь ее корм, я сейчас ей положила сухого немножечко. А этот жидкий, который купила, она весь захавала. Вообще до капельки, даже хори не оставила ни капельки. Умница моя девочка, красавица, пушистик, шиншилка моя. Умница, умница моя, молодец. И она так подходит с периодичностью в несколько минуток и кушает солнышко. И кушает кормик сухой. Потом пьет там вон водичку, я ей налила. И там солнышко. Везде солнышко. Опять пошла кушать. Чудо. Кушкает, кушкает, потом идет водичку пьет. Кушкает, кушкает, потом опять идет водичку пьет. Варятся яйца. Вон, смотрите, голубок сидит. Какой красавчик! Голубок, привет! Вот такое солнышко. Не оторвать глаз от него просто. Та-дари! А ты тут курлыкаешь. Курлык-курлык. Да, слышу. Слышу тебя. Курлыкалка маленькая. Тут еще один ходит. Тык-тык-тык-тык-тык-тык спешит. Я окно открыла, он думает, сейчас буду кормить. Не буду.
Буду себя кормить. Ай, красота. А я сейчас лежала, слушала ветер. У меня там окно открыто. Слышите? Ветер раму-то прилетел. Вообще такая медитация. Обалдеть. Сварила турешку подруге, как и обещала. И сварила яйца, вдруг захочет, с молочком. И оно такое не густое, как я люблю. Вообще сделала пюрешечку. И, по-моему, мне хватит. Больше не хочу. Живот у меня вообще ушел с этой работой. Вот. И, наверное, буду с огурчиком. Или с помидорчиком. Сейчас подумаю. Открыла окошко. Все так. Блики. Везде солнышко так красиво. И там детки гуляют. С бабушками. Сиренька цветет, птички поют. Красота. Мужики какие-то орут. Ну что, я думала. Помидорчики или огурчики. И решила... Вот! Помидорчики с огурчиками. Почему нет? Такой у меня праздничный обед. Или ужин уже. Пофиг. Так что вот. Был завтрак праздничный, спагетти с двумя помидорами солеными, как бесконечность. А сейчас пюрешка. Самое то. Вот эту ложку большую не очень люблю. Поэтому возьму свою любимую. Но вот эту не люблю так рот открывать, а вот эту маленькую люблю. Сейчас скажу, если пюре вкусное. Обалденная. Как мамочка мне варила. Точно. Один в один. И помидорчики. От них такой запах. Вкусный. Идет. Сейчас попробую огурчик. Скажу вам, если вкусный. Это что-то. Вкус. Вкус как бочковых огурцов. Они такие насыщенные всеми ароматами. И хреном, и чесночком, и укропчиком, и летом. В общем, обалденные. Очень вкусно. Ем за здоровье подруги. А она за мое. У себя там где-то в комнате. Обалдеть. Всем моим любимым, кто кушает, приятного аппетита. Я реально такая облунелая. Я чуть не уснула, пока загружала эти видосы. Еще мне 2 видео загружать. А потом все удалю из галереи, чтобы телефон был пустой, чтобы можно было еще что-то снимать. Потому что вообще... Забит до предела. И я не могла в контакт зайти вообще 2 дня. Загрузить стих, который написала 2 дня назад. И вот только-только-только сейчас его выложила буквально. 1.5 часа назад или 2, не знаю. В общем, наконец-то у меня получилось его выставить ВКонтакте. И начала загружать видео. Которая загружала точно 2 часа. 20-минутная. А тут у меня галки все время сидят, кричат. Видите? Красиво. Да, привет. Привет. Девочки катаются на велосипедах. Тут сиренька обалденная. И мальчики катаются. В общем... Лето вовсю. Птички поют. А это тоже орёт. Чё ты орёшь? А там ещё одна прилетела. Где она? Вон она.
Витя. Привет. Привет, красотка. Или красавчик, или красотка. Все, улетели. Что-то тут наорали. Детки с мамами. Нравится им тут у меня сидеть. На проводах. Провода. Ого. Прилетело. Привет. О, привет. Кар. Красавица улетела. Почта. России. Сколько птиц вообще. Не знаешь, куда смотреть. Съела я картошечку. Помидорчики, огурчики нет. Как говорится, хлеба и зрелищ. По-моему, это Ниночка пошла со своей дочкой. Вы же не видели Ниночку, не дочку, теперь видели. Все, тихо, хватит шуметь. Сколько шума от вас, мои дорогие. Вот солнышко, это круто. Хочется тишины, хочу. Песня такая есть. Ладно, теперь стих, мои любимые. Люблю тебя, любой, уставший, приболевший, ты свет единый мой, ко мне что долетевший, ты нежность, глубина, осознанность и святость, во всех мирах одна, торчишь, тебя не спрятать, как солнце, как любовь. Ты слепишь всех собою, привносишь в жизнь новь, и я дышу тобою. Люблю тебя, любой. Без грима, украшений, сам становлюсь тобой, как ты без украшений. Познал я тишину, тобою и с тобою, так близко ты ко мне, что становлюсь собою. Поставила такую картиночку прекрасную, поставила музыку обалденную, уже 27 моим друзьям нравится, 4 себе взяли, и 8 человек написали комментарии. Людочка Косачева написала: Ирина, восхитительно, благодарю. И я, Людочка, тоже благодарю. Наденька Ребрикова прислала открыточку, прекрасную розочку. Спасибо. И Ирочка Олейник прислала розочку и поцелуйчик. И Нелли прислала тоже открыточку замечательную. И Наденька Ребрикова тоже прислала девочку с сердечком. И Светлана Говорова прислала тоже открыточку замечательную. Спасибо, девочки. Спасибо всем. Снова лавочка моя принимает гостей, и этот гад не хочет снимать хорошо. Любушка Урбанович написала: благодарю, родная, с любовью. Да, Любушка, и я тоже благодарю. И Лидия Гаврилова прислала огромное сердце. Спасибо, мои хорошие. Очень-очень-очень люблю вас. Всем божественного вечера. Восхитительного настроения, ну и, конечно же, любви, куда без нее. Ребятки, на лавочке, все уходит. Спасибо, что вы есть. Полетела. Нет, села. Села, посидела. Дальше полетела. Такие галки огромные летают и кричат. Слышите? Чучундра. Там еще летает над ней. Галка! Кар! Или это ворона такая черная, другая модель. Не знаю. В Питере-то они серые, а тут какие-то черные.